Сейчас покажу, сколько грибочков у меня на сушку. Так, ну начнем, наверное, с верхнего. Немножко темновато, я тут фонариком подсвечиваю. В общем, немножко модернизировал, так, если можно выразиться. Натянул сетку. И вот на сеточке уже разложил. Вот здесь вот ведерко, наверное. Хочется очень высушить целыми именно вот эти вот кулачки такие кругленькие. Вот. Здесь у меня отдельно, как я в первом видео говорил, сушатся грибочки с ведьминого круга. Отдельно. Будем использовать их для своих целей. Лавочки вот идеально подошли для крепления вентилятора. Дует, все нормально. Прям подсушивает. Хорошо, мне нравится. Так, сушилкой. Сюда уложил по новой технологии 1,5 ведра в 10 ярусов. Я, короче, их вот так вот спирально. Спирально их выложил. Немножечко друг на другу. Потому что, когда они высыхают, они уменьшаются там больше, чем в 2 раза. И пространство освобождается. Я думаю, они как раз подсохнут и друг с дружки слезут и будут лежать ровным слоем. Вот, я, в общем, на каждый вот так вот прям. Все плотненько, аккуратненько положил. Процесс идет. Так, выставил я, видно, 55 градусов. Вот. Так. Здесь я закинул 2 больших полена таких толстых. Поддувало. Оставлю на маленький приток воздуха. И трубу тоже закрою до половины, чтобы медленно все это горело, все это чтобы сушилось. Ну все, будем ждать, когда высохнут, и посмотрим, сколько по выходу сушеного будет. Потому что притащил я уже, наверное, в этот раз 3 ведра. Тяжеловато так было, думаю. Ну, 20 кг точно было. Все. Такие вот у меня дела.